Вставай, самурай. Нас снова перенесли. Но пока Cyberpunk 2077 переносят уже хуй пойми в какой раз, мы решили поиграть в уже не очень новинку Genshin Impact. И, собственно, все, что могу сказать об этой игре, это рай для анимешников, рай для любителей гриндить и рай для любителей исследовать все подряд. То есть рай для меня. Ну я, конечно, тяночкой, но хуй, блядь, глазу приятней. Как же Уничан? Я-то думал, я найду своего братика. Тихо, блядь, не-не-не-не-не-не, нихуя. Пусть получает за молитвы. Ну, знаешь, вот эти вот шутки, да, вот ты вот молишься на дроп, вот ты буквально здесь молишься на дроп. Там парень на начальной локации собирает траву, 50 вепну. Это Женька ебашит, не обращай внимания. А, Вова, я, бля, короче, профессионального маньяка превратился. В смысле, бля? Я сейчас тебе скину, блядь, это такой кринж. Так, ты на паузе постой, меня там Лёха заинтриговал, ну. Блядь. Завали ебало, я тебя не слышу твою запись. А, мне кажется, тебе Ревенант озвучить надо. О, ебать, я трогаю статую. За какие места? Не знаю, какая-то кнопка. Да, за кнопку его трогаешь? Да, её, это она. Не стыдно чужие кнопки трогать? Короче, как-то увидел скрин, где, типа, знаешь, такая пойма говорит... I'm so full. Мне сразу стало плохо, я запер дверь, чтобы в бар не вошли. Если я запомню. Блять. Ну, то есть, как бы контекст такой, что она просто нажралась, и в русском переводе так и говорится, мол, я наелась. Но ведь это можно прочитать, как, мол, я так заполнена. О, мое уважение. Майнер респектурунг. Да, майнер респектурунг. Да. Вот теперь ты понял, почему она консерва? Не да. Пока. Почему с ней куча пикчей, где ее разделывают? Так есть пикчи, где она, короче, сидит сама в котле. Ну, в костле. А ее морковку режет. И она овощи шинкует при этом. А сама плачет. ГГ, когда Пайман начала возмущаться, что ее назвали живой консервой, а ГГ просто стоит так с деревянным ебалом. Демонстрировал, что максимально похуй. Типа она не шутила. Блять, я случайно призвал куклу. Ебать, она танцует, нах, смотри! Хуяк, 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 хуяк! А, кстати, этот зайчик, он типа звездочка, 3 звездочки. О, она куколку обнимает, ты посмотри на эту хуйню. У меня сейчас будет элементальная реакция. Ой-е. Я могу в городе призвать кролик. Ловите его, он террорист, маджахир. Хуй, бля, кто поймает тебя, кролик. Фу-фу, ёб твою мать. Не пугай так нахуй. Я походу сейчас поймал временной парадокс. Я буду Чембер, пришел Кембер. Что? Ни слова о Лоле, мы еще хотим пожить на воле. Remember, на воле. Да. Вы такие сладенькие. Жаль, что вы появились в такое время. Вы появились в такое прекрасное время. Максимально не встает. Вот. Дубина переговоров. Да, для меня. Ну, по моему мнению, это лучшая девочка игры. Потому что она порядочна, она несовершеннолетняя, и она рыцарь горничная. Я думал, ты еще расскажешь, и она несовершеннолетняя. И она несовершеннолетняя. Блядь, мне кажется, нас посадят нахуй рано или поздно. Она не пьет, потому что она несовершеннолетняя, и она порядочная. И она не курит, потому что она несовершеннолетняя и порядочная. Скармливая им однотипное оружие. Ебать!
Она в ленточках и розах. Про нету. Взята, Ноэль. А ты можешь отдельно скачивать хуйню всякую. Слушай, что ты чё, мою Ноэль тронул? Тебе пизда. Давай, блядь, въеби мне нахуй. Попробуй, блядь. Сейчас я на своей Ноэль выезжаю, блядь. Глина. Мес. Ты. Мы. Я. Знаешь, что я могу сказать по поводу Ноэль? Как сказал один чувак из одной очень хорошей анимешки, трусики под колготками – достояние человечества. Хотя один раз я как-то лез на гору, у меня кончилась выносливость, я упал. И после этого мне захотелось нарочно падать за Ноэль. Потому что тут есть физика одежды. А ты не можешь просто стоять, типа, под жопу подсмотреть, потому что, ну, там... Могу. Скажем так... Нет, там персонаж размывается, текстуры персонажа размываются, ты там ничего не видишь. Он просто нахуй распадается на молекулы. На ты зайди. О, Ноэль. Ну, как говорится, клуб любителей рыцарей горничных всегда открыт. Ты картавый, что ли? Он не просто картавый, это человек, который произносит R-краткую. Понятно, сайд номер два. Вот, смотрите, нахуй, как это работает, я извиняюсь, нахуй. Вы это видите, парни, нахуй? Тут заебись. Работает. Бля, ебать, стрелять в эмбер, ну, да. Не стыдно? Когда нашел того человека, который вечно портит тебе жизнь. Бля, максимальная жизнь. Даже когда у нее была возможность выпить алкоголь в таверне, она этого не сделала. И что она это сделает, когда станет совершеннолетней? Что мы сразу понимаем, что она порядочная и что она несовершеннолетняя. Идеально просто, идеально. Дайте две. Четыре доведешь. Я, походу, до Мандрагоран ушел. Слушай, охуевшая, блядь. Ты что, ебанутая? Конченые? Где моя рука? Она такая влазит, видит меня такая и втапливает нахуй. А я в таком способе всегда молчу, потому что, допустим, у меня лично нет денег на донаты и, в принципе, особо в играх. Бедный. Я сейчас не донатю. Там на фоне бедный. А есть пассивный, я извиняюсь. Да. Грубо говоря, пассивный словарный запас — это список слов, которые ты знаешь, но не юзаешь. А активный как раз-таки это слова, которые ты юзаешь. То есть, грубо говоря, ты можешь знать, что такое рефрижератор, но не использовать слово рефрижератор, потому что, ну... Рефрижератор, блядь, вообще у тебя... Ты какую-то хуйню сказал. Это утрированный пример. Хочешь другой пример, более актуальный? Не-не-не, ты не понял. Ты сказал не рефрижератор, а рефрижератор какой-то, блядь. Я тебя услышал, мудак. Вот тебе пример еще один. Ты в своей речи используешь такое слово, как сударь? Редко, если пытаюсь разговаривать как старорусский долбоёб. Но ты знаешь это слово? Да. Ну вот, это слово из твоего пассивного словарного запаса. В то время как пидор — это слово из твоего активного словарного запаса. Понял, пидор? Да, сударь. Это русский язык, второй класс, держу в курсе. Да я тебя понял, блядь. Я только что осознал, что ты имел в виду, блядь. Ты сейчас за 2 секунды, блядь, штук слов, 5 слов, блядь, где буква R сказал, блядь. Я понял, о чем ты, блядь, только что. Я как-то пытался использовать слова без буквы R. Торпед на людей, которые ощущают себя торпедами, на людей, которые ощущают себя гендерфлюидными вертосексуалами. Я идентифицирую себя как боевой вертолет. А какой именно? К-42? Черная акула? Черный ястреб, нахуй. Черных ястребов нет. Значит, такого, блядь. Ох. Пидорас, блядь. Насколько вы разбираете? Так и ты на моем, блядь. Голландский штурвал, слыхал, блядь.
Насколько вы разбираетесь в аниме? Я не знаю на своём члене. У меня есть другой лучший друг. Да, сам охуел сейчас. Файтинг, нет. Экшен РПГ, блядь, Monster Hunter, Devil May Cry... А, да, это экшен РПГ. Атомы игры. Devil May Cry, экшен РПГ? Нет, это просто экшен... А, да, стоп, реально. Экшен РПГ, подожди, нахуй. Что-то мне тяжело представить в одном жанре Pass of Exile, Diablo 3, там, грубо говоря, Grim Dawn, и нахуй Devil May Cry 5. Когда мы тем кто-то контролирует. Ну, попроси сестру. По сюжет погружения в мир игры, истерия, персонаж, исследование. Вот так. Ну да, то же самое с Ешкой Барбары. Мне кажется, это имя нахуй противопоказано тебе. Мне много чего противопоказано. Как, например, слово противопоказано. А также слово, например, ебучий русский язык. Даже слово пидор нельзя употреблять. Употреблять? Вот именно, блядь. А у тебя есть пиво элемент? О, наконец-то мне пришло сообщение про опрос. Есть одна бабка игрушками, ну, бабушка, продающая игрушки. И она, короче, спрашивает, а вы не хотите игрушки для взрослых? И ты такой, мой КС. Она такая, простите, не так вывезлась. Игрушки, в которые дети могут играть со взрослыми. Например, воздушный змей. А ты такой, я тебя понял, бабка, и взрослые могут играть с детьми. Да-да-да-да-да. 12+ игра. БТВ. Ну, они, конечно, делают дрочильни, чтобы выкачивать баблосы, но тем не менее, они хотя бы что-то делают. Ну, прикладывают какие-то определенные старания. Думают над игрой. Знаешь, что из твоих уст карталая паранойя, блядь. Охуенно звучит. Сука, вот бы, чтоб тебя вечно ноктюрн нахуй гангл паранойи. Карталая паранойя, блядь. Набира умнеем словой. Набирай, опа, умнеем. Ну, хотел сказать, набираю майки, блядь. Люблю здесь ломать ящики и из них доставать халявную еду. Тупо, знаешь, тупо стонкс. Причем, блядь, редиска нахуй больше моего персонажа практически, блядь. Да это редиска больше кое-чего у меня. Да все что угодно больше все кое-чего у тебя. Кроме полоски идеальной готовки легендарных рецептов. Вот у меня такой двуручий штанах, нахуй, легендарный. Я, короче, знаешь, нахуй, для нас, типа, блядь, самая охуительная фраза это двуручный резак. Нихуя не понял. Ну, двуручный резак, скажи это, блядь. Я тебя понял. Рыбный рынок. Да здраперма. Чтоб тебя выебали, нахуй. Звучит хайпово. Как это странно звучало, блядь. Я промолк. Я дальше комментировать это не буду. Так сказать, нет в тебе развития картавой мысли. Блять, картавая мысль. Это значит, когда ты думаешь, когда думаешь, что картавишь, блять. Of course. Тьфу. Of course, my dear. Фак мои уши. Ну, ебать, уши это жестко. О, Лили. Это Лили. В церкви. Это... Я вызываю полицию. Она... Я звоню копу. И в итоге копы приезжают и видят это у тебя на компе и нахуй тебя увозят. Чему ты его научишь? Сплитпушить за саппортов? Ты такой кусок говна, а не саппорт. Да ты видел, я тебя ж нахуй втащил. Бля, Вова, это человек, который... Ты играешь абсолютно противопоказанно законам саппорта. Ты нарушаешь все правила ведения войны. Да, это прокатывает, но это нарушение всех правил ведения войны.
зачастую ты меня подставляешь. Ну, я тащу. Никакой работы над обзором. Это человек, который батлмерси, блядь. Я батлмерс. Да? Да. Повервочи батлмерси. Это фулл саппорт, короче. У нее есть мощный пистолет, но основная ее задача... Она моя вайфу в овервотче. Да, вот. И он никого не хилит, блядь, и просто бегает с пистолетом. И поэтому это работает. Я в шоке, просто, знаешь. Я в шоке. Тебе не стыдно? Я тащу, мне похуй. Игры, главное, это человек, работает. Человек, который пойдет, если на войну полевым врачом, то он будет врагов шприцами, блядь, бить. Знаешь, если он пойдет на войну полевым врачом, то ключевое слово здесь — война. Типа, Лёха, давай, скачивай лигу, блядь, мы тебя всему научим, как сплитпушить за, блядь, сраку нахуй ебашить. Кто, Женя? Да. Я просто помню, что ты гуглил, типа, как картавить, вот этот человек тебя научит. В смысле, как картавить, блядь, это генетическое недоразумение, чел. Это лексическое недоразумение. Генетика здесь ни при чем. Я тоже картавил до 6 лет. Я ходил к логопеду. Чаю. Все, я посмотрел. Интересно, Паймон вкусное? Давай попробуем. Я бы попробовал Паймон. Выезжаем. Типа, Лёха, смотри, блять, мы двое уже себе нашли вайфу. Теперь твоя очередь, нахуй. Ебашь с нами, блять, со своей вайфу. Я не понял, ты чё, Наэль, тоже вайфу своей считаешь? Слышишь ты, это моя вайфу, я тебя нахуй порежу. У меня легендарный двуручник есть, а чё есть у тебя? Нихуя у тебя! У меня, блять, вайфу Наэль с Сахарозом. Мне две вайфу, идите нахуй. Я ещё шведская семья, чё? Сам не понял, чё сказал. Я шведская семья, подождите нахуй. Подожди, блядь. А, моей сестры сегодня ДР. О, поздравь её от меня. А она на работе, на сутках. Ну все, рано или поздно. Да, да. Надо будет ей что-нибудь купить. На, к сожалению, на 38 рублей, которые у тебя в кармане джинс? На 42, попрошу. Это на целых 4 рубля больше. Чем ты, блядь, занимаешься? Ищи работу, нахуй. Сказал чувак, я который 8 лет дома сидел. Где пиро орхидеи? Чел? Чел, ты? Растение, ты? Я не понял, ты быканул или нет? По-моему, она быкует, она не появляется тупо. Как я буду быкать, если он, его просто нет, он не загрузился? Па-пам-па-пам. Не, иногда прыжки спасают жизнь. А, ты, кстати, знаешь, что ты можешь? Знаешь, что у меня было, да? Короче, смотри. Нет. Я такой смотрю, короче, стоит башенка каменная, да, и на ней, короче, это то ли сундук, то ли хуйня синяя, не помню, что именно. Ну, для этого, для дерева ебучего. Для статуи, извиняюсь. А, такой смотрю, и не заметил, что под ней шипы. Такой иду на нее, с прыжка, короче, втыкиваюсь в шипы. От шипов персонаж улетает со скалы, так вообще красивенько, и разбивается, нахуй. 7000 хп. No. Блядь, такая сценка была, я охуел, блядь. Я только что вот 5 секунд назад залез на эту скалу, блядь. Сука. Это было так, блядь, максимально обидно.